Последствия ураганного ветра, который обрушился на Абхазию 4 июля, электрики устраняют вторые сутки. Практически во всем Сухуми были оборваны линии электропередачи и повалены столбы. Но слаженная работа сотрудников СОЭС и Черноморэнерго позволила в ряде районов подать электроэнергию довольно быстро. Первый день, фактически, 12 вечера, мы уже новый район, массовые гумиста, всех обитали, все до единого света имели. Но остальных не успели. Но вчера основную мы все взяли. Осталось где-то процентов, может, 10-15, частично. В эти 10% без света входят районы Маяк и Депо. Там поваленные ветром деревья нанесли урон, который электрики вторые сутки пытаются восполнить. Активно идет работа у так называемого озера на Маяке и улицы Семерджиева. В данный момент то, что мы работаем, это идет на железную дорогу, на Дяговой подстанции, что электровозы ходят. Вот сейчас вот мы закончим, включим, уже у них будет нормально. Ну там по этой линии, что население сидит. И вот население свет не имеет, сейчас где-то через полчаса они будут иметь свет. На Маяке, я вам скажу, сейчас в данный момент ребята работают, там свалка, по свалке идет линия. Сейчас там все заброшено, все заросло. Сегодня и вишку взяли, и трактор взяли, там и провода упали, и столбы упали. Они дорогу будут делать, это деревья почистить и провода поднимать. Ну, по нашим расчетам, вечером все будет иметь свет. Локально нет света в домах, где ветром снесло кровлю. Дело в том, что подача электроэнергии в таких домах может привести к короткому замыканию и ЧП. Поэтому электрики призывают население с пониманием отнестись к сложившейся ситуации. Как отметил Георгий Ганделян, 6 июля в Сухуми работают 4 бригады, которые выезжают по заявкам жителей. Сейчас в данный момент диспетчерские по заявкам бегают. Вот мы сами, вот 4 бригады, вишки, 4 вишки, дружно. Наш вот этого тоже очень дружно, друг другу помогаем, и энергосбит тоже видишь, помогает нам. Население тоже иногда, не всегда, иногда помогают, так что мы очень довольны. Да. Как отметил начальник сетевого района номер 1, электрики будут работать до тех пор, пока во всех домах столицы не будет света. Анастасия Ниганова, Сасрагуагухава, Абазатова.